Президент Молдовы Игорь Дадон заявил, что закон об НПО может быть одобрен парламентом уже на будущей неделе. Глава государства сообщил, что в рамках заседания с юристами правительства, парламента и администрации президента были сформулированы рекомендации, касающиеся этого законопроекта. «Мы наметили, каким может быть компромисс. Надеюсь, такой подход будет обсужден в юридической комиссии, Совете коалиции, и этот проект может быть проголосован в окончательном чтении уже на следующей неделе, но только если он не противоречит национальным интересам Молдовы», – сказал Игорь Дадон в одном из интервью. По мнению президента, следует концептуально пересмотреть отдельные статьи закона, в частности статью 6, которая предусматривает прямое участие НПО в политике. В некоторых европейских государствах прямо указано, если НПО участвует в политике, тогда они должны публично сообщать об источнике финансирования, добавил Дадон. Президент указал на пример Венгрии и Польши и заявил, что в Молдове должен быть принят подобный закон. Глава государства рассказал также о проблемах, которые планируют обсуждать в ходе предстоящего визита в Москву. Он отметил, что это очень важный визит, который организован по случаю парада в честь 75-летия Победы. «Я очень надеюсь, что удастся провести и рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так как есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить», – подчеркнул Дадон. По его словам, речь идет о новых переговорах по предоставлению Молдове кредита со стороны России, об авторизациях для молдавских транспортников на перевозку грузов, о продлении режима беспошлинного экспорта молдавских товаров на российский рынок. Касаясь кредита, Дадон выразил надежду, что его удастся получить, но расценивает шансы как 50 на 50.